Значит, как определить, было ли авто такси, ездит ли оно сейчас в такси, да, в Эстонии? Первый вариант — это заходим на департамент дорог mnt.ee. Заходим в ЕТ, в интернет-услуги, тут русский. Транспортное средство. Нажимаем, потом контроль транспортного средства. Вот сюда. Здесь набираем номер машины, который интересует, или же ВИН-код. Тут все равно. Поиск, вот выходят данные машины, основные данные автомобиля, и здесь вот как раз написано про карту транспортного средства. Есть такая в Эстонии: на транспортное средство выдана карта транспортного средства, позволяющая предлагать услугу Epi Taxi. Это Bolt, Яндекс и так далее. Сейчас это модно. Собственно, вот здесь это говорит о том, что машина используется в такси или использовалась. Вот. Единственное, что эту карту можно закрыть, вот, но более точная информация про карточки можно найти в другом месте. Второй вариант. mtr.mkm.ee. Ссылки я оставлю в описании. Нажимаем на вот сюда вот. А нет, Кировчик. Тогда транспорт отсинг вот здесь. И таксо биосыдуки карт отсинг. Эту ссылку тоже я оставлю в описании. И сюда, вот здесь вот, где регистрационный знак. Тоже пишем номер машины регистрационный. И просто сюда найти отсек. Вот номер карточки. Кто владелец. Код фирмы. Да, можно ездить. Так, то есть... Вот такие варианты.